Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка М-пластины вновь появляется на ваших экранах. Что такое М-технологии? Что такое М-пластины? Ну, то, что, как применять живых микроорганизмов, это более-менее еще понятно, да? То есть мы, по сути, лечим дисбактериоз почвы, там выполняем еще какие-то функции. Но оказывается, что полезные микроорганизмы вокруг себя создают, генерируют такое полезное биополе, которое воздействует и на другую флору, и на почву, и на растений, на человека, и на продукты питания, и на органические вещества. И мы научились это поле фиксировать. 17 лет у нас в Хабаровске ушло на разработку этой технологии, и мы научились, заквашивая глину, ферментируя в живой микробной среде, делаем из нее керамику, керамику измельчаем в микропорошок, практически в нано, добавляем его в пластмассу, и вокруг вот такого уже пластмассового изделия сохраняется вот это биополе, которое создавали в свое время живые микроорганизмы. Гениально. И далее вот мы можем 10 и больше лет, почему 10, может и 20, может быть и 100, просто мы еще пока у нас только 10 лет было времени проверить. Вот, поэтому мы гарантируем, что 10 лет оно у вас проработает. А только где? На грядках можно использовать эти пластины? Ну, в первую очередь, это воздействие на микрофлору почвы, подавление патогенов и восстановление здоровья. Во вторую очередь, это воздействие на растения, то есть прирост биомассы. Растения крупнее, больше, крепче корневая система, больше урожай, не болеют. И в-третьих, это воздействие на продукты питания, на овощи, на фрукты, на наш урожай, на воду и на здоровье человека, что гениально. У нас, кстати, клинически подтверждено. То есть сегодня мы предлагаем нашим телезрителям приобрести здоровье. Совершенно верно. Вот. Итак, М-пластины. Хит продаж телеканала Шоп-н-Шоу. Андрей, в прошлый раз, когда мы их впервые представили на нашем телеканале, они уже в 7 часов вечера не продавались. Ведь у вас светленькая, у меня синенькая. Да, разноцветные пластины в комплекте вы получаете за 999 рублей. Сейчас, Андрей, секундочку. 8 штук в комплекте. 8 штук в комплекте вы получаете за 999 рублей. Смотрите, друзья, каждая пластина состоит из сегментов. Вы ее можете разделить вот так вот, да, и получится сразу несколько пластин. То есть это экономный расход. А для чего мы делим? Мы сейчас расскажем нашим телезрителям для того, чтобы больше использовать, да, то есть больше спектр воздействия. Цена только сегодня 999 рублей. Скидка сегодняшнего дня 400 рублей плюс подарок. Это брошюра, в которой все подробно описано. И как разделить пластины, и как их использовать, да и вообще, что такое М-технология. Итак, друзья, смотрите, если вы сделаете свой заказ в количестве 5 наборов, получится вообще бесплатная доставка в любой регион России. Главное успеть набрать номер телефона. Вот хотела с вами проконсультироваться, Андрей. Всегда готов. В год мы сажаем помидорчики. Вот иногда они удаются, нормальные, иногда не созревают. Но то же самое можно сказать и про огурчики, и про перчики. Да, и про... меня больше интересует помидор, потому что, знаете, в Подмосковье огурцы растут, а помидоры нет. Сложно их вырастить. Так вот, а некоторые помидоры вот в определенный год просто вот они чернеют. Почему? Что с ним происходит вообще такое? Любые растения — это живой организм. И он также подвержен каким-то воздействиям. Воздействием экологическим факторам, химическим факторам, биологическим, то есть вредности, болезни и так далее. Что делает наша М-пластина? И первое, для чего она вообще создавалась? Для того, чтобы это поле подавляло патогенную флору и, наоборот, активизировало размножение полезной. А именно полезная флора — это есть основа вообще плодородия жизни нашей на Земле. И эта пластина очень быстро, уже в течение нескольких часов, уже начинает воздействие, оживает полезная микрофлора, а значит, она больше синтезирует полезных веществ для питания наших растений. Вот. Соответственно, просто мы улучшаем плодородие почвы. Вот. Это первое свойство. Еще такой вопрос. Сколько нужно пластин для грядки? Вот радиус воздействия вообще, сколько их нужно? Вот, например, на 6 метров грядки. Ну, на 6 метров, грубо говоря, 6 пластин. 6 пластин, да. Ага. То есть, в принципе, то есть примерно один квадратный набор. Метр, так, если грубо на пальцах, мы же не будем с циркулем там вымерять. Ну, поэтому да. На один метр одну пластинку этого будет полностью достаточно. Ну что ж, ну, на две грядки, я думаю, вам хватит здесь набора, это точно. Но лучше заказать сразу несколько наборов. Друзья, не забудьте, что это уникальная пластина, которая по понятным причинам уже теперь пользуется колоссальным спросом на можно нашем вот телеканале. Так, можно по-разному можно вставлять. Да. Вот. Кто-то считает так лучше, кто-то говорит так лучше. Ну, вот в любом случае, воздействие у нас здесь будет, да? Но вспомните, как
как часто бывает, мы выращиваем на подоконнике вот эти маленькие росточки, да, рассаду, она не получается. Потом в итоге что-то погибает, что-то вырастает. И урожай мы собираем не всегда идеальный и в изобилии. Если вы хотите, чтобы на ваших грядках всегда блистал изобильный, шикарный урожай, тогда дозвоните прямо сейчас. Попробуйте М-пластины. 999 рублей, 8 штук в комплекте. Слушай, ну вот какой спектр воздействия, да, наших пластин только в грядке? И вот как их нужно устанавливать, тоже нужно нам понять. Ну, надо понять еще одну вещь, что здесь идет воздействие не только на почвенную флору, как мы раньше думали. Оказалось, что идет непосредственно на само растение, то есть вот именно на живой организм. И в нашем поле растения, вот вы это можете увидеть по рассаде, в полтора, в два раза больше, крупнее, больше побеги, стебли, листья, корневая система. То есть оно крепче, устойчивое, приживаемость 100%, урожайность просто уже в полтора раза выше будет урожайность, просто если вы выращивали рассаду в М-поле. А меня вот еще интересует, смотри, вот, например, без М-пластины 10 сантиметров, а с М-пластиной сколько? С М-пластиной будет 15-20 сантиметров. То есть в два, в три раза больше, ну, выше. В три, может, преувеличиваем, но в полтора, в два точно, совершенно вот точно. Сказал, что здесь у нас широкий спектр воздействия этой пластины. Как еще можно ее использовать? Давай расскажем. Ее можно использовать, это потом мы уже выявляли эти эффекты, буквально вот уже в процессе какой-то жизненного опыта. Оказалось, что и продукты питания значительно дольше сохраняют свои полезные свойства, не портятся, не плесневеют в нашем поле. И мы сделали специальные, да, какие-то технологии для продуктов питания. Улучшается свойство воды и идет воздействие на живой организм человека, кошки, собаки или рыбок. Здорово, то есть благоприятное воздействие не так только точно на растения, не и только даже на у нас есть данные, на нас, что организм человека менее становится в этом поле, подвержен воздействию всяких вредных электромагнитных вот излучений, там сотовой связи, вот этого шума электромагнитного, который окружает современного человека. То есть мы практически как в таком защитном поле находимся. Андрей, я считаю, что это себе идеальный подарок для всех наших близких. Вы представляете, вы дарите им пластин, вы дарите здоровье. В каждой пластинке заключена определенная аура, которая воздействует на ваше здоровье, на здоровье овощей, фруктов, которые вы будете выращивать на ваших грядках. Сегодня это уникальная технология по самой выгодной цене. Успеете сделать свой заказ. 400 рублей – это ваша экономия. Цена только сегодня 999 рублей. И на сколько лет? На 10 лет. Вот так, 10-летняя гарантия. Это очень здорово. Дозванивайтесь. Это супертехнология.